Здравствуйте, друзья! Сегодня я готовлю очень быстрый вкусный завтрак. Для этого мне понадобятся булочки для гамбургера, у которых я срежу крышечки. Теперь необходимо вынуть половину мякиша, для того чтобы туда поместилась вкусная начинка. Удобно это сделать руками или вилкой. У нас с вами получились своеобразные горшочки. Мякиш, естественно, не выбрасываем, он пригодится, например, в фарш для котлет. Теперь горшочки внутри необходимо промазать. Это может быть растопленное сливочное масло или немного майонеза. Совсем немного твердого сыра нарежу на пластинки. Можно потереть на крупной терке. Среднего размера репчатую луковицу измельчу в крошку. Свежие помидоры помою, обрежу кончики и измельчу также на мелкие кубики. На разогретую сковороду выкладываю кусочек сливочного масла и измельченный репчатый лук. Немного обжарю. Вобью 2 яйца. Немного присолю и при постоянном помешивании слегка обжарю. У нас получится своеобразная яичница-мешанка. Теперь открываем крышечки на подготовленных булочках и начиняем их омлетом до половины. Начинку необходимо прижать. Теперь сверху добавляем нарезанные помидоры. Слегка присолим. И закроем пластиками твердого сыра. Булочки поставим в микроволновую печь на 30 секунд. Накрываем крышечками. И завтрак наш готов. Остается разрезать и посмотреть, что у нас с вами получилось. Вот такая вот вкуснятина. Всем приятного аппетита! Если видео понравилось, ставим пальчик вверх и не забываем подписываться на канал. До новых встреч!